Дорогие друзья, приветствую вас из станицы Благовещенская. Сегодня я вас в поля привез. Но мы поедем на автокемпинг «Жара». Вот такой указатель стоит по пути из Благовещенской на Бугасскую косу. Вы на нем поворачиваете зарезополосой, вот как эти машинки делают, и двигаетесь в сторону побережья. Информация такая, что сняли цепочку, и туда въезд сейчас бесплатный. Посмотрим, что там происходит. Я надеюсь, что будет интересно и полезно. Кстати, здесь пролегает такая вот узенькая, поэтому будьте аккуратны, когда будете тут ехать. Тут накатано все по полю вдоль лесополосы. Машинки едут навстречу друг другу. И за бором сейчас мы увидим море уже. Очень много машин, и, как я говорил, видите, уже море появилось. В общем, бордел. Тут все едут как хотят. Лесополосу. Подъезжаем там Витязевский лиман. Что какой-то пожар идет. Странная остановочка. Отсюда великолепный вид на бухту Анапскую открывается. Ну и можно было проехать еще в районе центрального пляжа, повернуть, который сейчас перекрытый, сюда вот по дороге там, по насыпной проехать. Ну, гораздо дольше по плохой дороге ехать. Панорама, конечно, восхитительна. Это база отдыха Ростовчанка. Здесь прям все страшно. Охренеть, там парковка, сколько машин стоит. Транспортный коллапс здесь из-за того, что перекрыт как раз таки центральный пляж, поэтому все машины поехали в эту степь. Просто жуткая жуть. Все в машинах везде. Почка вроде не натянута, но там кто-то стоит, с кем-то общается. Мусорные баки. Так вот по территории еду, в принципе, все опрятно, чистенько. Есть домики, которые люди также приезжают, снимают. Ну и есть те, кто приезжает на кемперах и с палатками. Здесь становится, видите, есть электричество. Вон, видите, глэмпинг также большущий тут находится. Поедем чуть дальше, чтобы поинтереснее было. Существует человеческий фактор. Можете посмотреть, как это выглядит. Есть такая вещь. Ну, потихонечку вывозят мусор. Тоже очень хорошо. Машины здесь прям вообще везде, 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 везде. Те, кто не хотят платить, становятся там сверху и оттуда спускаются. Я с палаточкой, кстати, приезжал и вот где-то в том районе бугра останавливался и сверху спускался. Ну, клево было. То есть просто никому ничего платить не хотел. Вот такая вот красотища, дорогие друзья. Кстати, приезжал сюда и снимал здесь. Проходила дэнс-вечеринка на вот этом вот месте. Людей было тогда, конечно, поменьше. Сейчас просто все в палатках. Так, дорогие друзья, можете обратить внимание, здесь сколько объектов на дюнах расположено. Очень-очень много разнообразных. Чего здесь только нету. Те, кто отдыхает с кафешки, могут прийти, там туалетом воспользоваться. Раковина даже имеется. Жалко, конечно, что Dance Tusa тут не зашла. Может быть, когда-нибудь еще сюда вернется. Называлась она «Жара». Здесь есть что поесть. Бар, кафе, столовая. Ценники. Вот такие можете как бы оценить. И даже саджи готовят, ребята, вкусняшки. Была здесь еще вот такая вот емкость, как гидромассажем. Можно было с ней купаться. А вот здесь вот можно отдыхать, если вы купили что-нибудь покушать. Вока. Прям. Здесь же имеется, в ту сторону можно увидеть, что есть водные развлечения. То есть в начале этого кемпинга останавливаться. Ну и также здесь, видите, то там, то здесь появляются разнообразные палаточные городки. Отсюда, конечно, вот на дюнах виднее. Это все гораздо больше. Очень-очень много разных палаток. В прошлый раз я приезжал, там прям вообще целая куча людей были. Красота. Это будет такой, кстати, вау-эффект, что есть такие территории отдыха, если не смотрели ранее. Вот, пожалуйста, показываем все как есть здесь, сегодня и сейчас. Уф, под этим теневым навесом вообще красотища. И выходим, друзья, непосредственно на сам пляж. Посмотрите, какая здесь атмосфера. Парень с желтым чемоданчиком. Это похоже немножко на другое пати. Уф. И музычка играет, люди снимают бунгалки. Девушки отдыхают. В общем, не пляж, а сплошное удовольствие. Смотришь, наслаждаешься этими видами, думаешь, как хорошо людям. Видите, прям на берегу куча просто палаток.
Поворачиваемся в правую сторону. Здесь кто-то умудрился даже выехать на машине. Вот это прям печальное зрелище. Мне не нравится. И туда дальше куча разных палаточек. Дикий отдых, конечно. Ну, все как и есть. Мусор штормовой, смотрю, пособирали по кучкам. То есть потом потихонечку все вывозят. Сказать, что грязно, нет, вроде бы на вид все даже очень-очень хорошо. Ну, количество машин там поверху, посмотрите, сколько стоит. Это да, вау-эффект. При том, что в обед приехали здесь, людей уже гораздо меньше. 33, на солнце до 38 уже доходит. То есть довольно-таки некомфортно находиться без тенечка. Особенность это вот мангалы на берегу. Мужчина жарит. Подписчик из Москвы, как зовут вас? Меня зовут Игорь, всем привет из Москвы, Дань. Даня, скажи всем привет. Не будешь, не буду. Да, не будешь. Ну скажи привет. Вот слова, как отдыхается? Замечательно отдыхается, вода прекрасная, прогрелась, море шикарное, воздух шикарный. Приезжайте, отдыхайте. Дай Бог. Хорошего отдыха. Благодарим. Ну и вид от берега моря на пляжные территории. Так вам отдаленные пляжи становятся сверх популярными, потому что центральный перекрыт, и люди привыкли подъезжать на машине и приезжают именно в эти места. Ну и морешка, здравствуй, какое оно тут сегодня. Чуть-чуть водоросли есть под берегом, совсем-совсем немного. Медузка плавает. Вода у нас сегодня 28 градусов, ну и в принципе кристально чистая. Вот такое вот фантастическое место для отдыха. Туда дальше, если путешествовать по берегу, ребят, там есть нудистские пляжи, обычный пляж, тоже людей большое количество. Красота. Слушайте, как это все смотрится. Невероятно, что у нас есть такие места. Это все Анапа, да, любимые. Приезжайте, наслаждайтесь, получайте удовольствие в полной мере. Сегодня, видите, небольшой бриз берега продувает. Это, как говорится, мелочи жизни. Тоже непосредственно вид сверху на пляже Благовещенской. Мы отсюда видим очень хорошо. Вот там центральный пляж находится. Здесь вот такие пляжа, возле которого мы сейчас и находимся. И отсюда можно как бы масштаб отдыха людей оценить в полной мере. То есть мы были вот в этом месте, где вот видишь, оттерщица стоит, выход на пляж, но можно проезжать дальше. Здесь паркуют люди машины, в дюнах ставят палаточки и отдыхают. То есть, чтобы картинка была более полная и насыщенная, то он сейчас показал. Снизу квадрокоптеры сейчас налетают. Забравшись на гору, можно посмотреть еще больше объект людей, которые сюда приезжают. В общем, Анапа в этом году востребованная. Сверху, кстати, машины стоят те, кто ни за что не платят. Снизу те, кто там за это денежка отдыхает. Приятно наблюдать за великолепным отдыхом наших дорогих гостей. Тара вбиваете в навигатор и спокойно приезжайте по геометочке. То есть искать это место особо не надо, все дороги вам сразу же покажут. Ну, можно единственное поехать не вдоль берега, вдоль баз, там дорога подушатана, а как я показал, по асфальту, и потом небольшой отрезочек уже просочиться непосредственно к самому берегу моря. Всем всего светлого, ясного. С вами был Юрий Азаровский, Благовещенская, автокемпинг, жара.